С вами Макси Чародей Антон Чалей. Просто это дикая напряженка, если честно, вам это просто не передать. Просто, ну, я охереваю. Знаете, от чего? От того, что у нас нет никакого, блин, оружия. Тик. Аккуратненько. Оп, вроде никого нет. Оба. Твою мать. Ай, как же залезть? Давай. Чувак, прячься. Все. Это капец, еще эта напряженная музыка на заднем фоне. Блин, дружище, у тебя и так там много трупов. Нахера тебе еще один? Ой, блин, этот чувак. Да ну нахер. Ну нахер меня ищет. Совершенно не к добру. Совершенно. Открываем. Бежим. Куда? Тут. Ага, окей. Окей. Фух. Ну нахер. Все стало намного хуже. Так, ты должен мне рассказать секрет? Иди нафиг отсюда. Мальчик, иди в жопу отсюда. Мне не очень ты нравишься, короче, чувак. Так, батарейка. Зачетно. Вот, знаете, если бы мы себе куда-нибудь вставляли эти батарейки и бились электротоком, и у нас были типа сверхспособности такие. По-моему, было бы прикольней намного. А то как-то вообще не прикольно. Куда я зашел? Я зашел туда же. Туда же я зашел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Беги быстрее, чувак. Чувак. Все. Все, иди нафиг. Фух. Фух. Так, блин. Ну, если тебя тут закрыли, да, я не думаю, что идти туда это такая как бы хорошая идея. Костер. Окей, а, это как костер, это печь, короче. Печь там делают, короче, картошку фри, там гамбургеры, там колу можно есть. Ага, мы можем запустить типа печи. Окей, просто нажали типа. Блин, what the fuck? Ну, нихера себе, что мне сделать? Оставаться тут? И готовь. Да мать твою, что делать? А, вот, все понял, а, вот дебил. Да я сейчас выберусь. Все, давай, бей. Сильнее. Все. Куда бежать-то? Так, ага, сюда бежать. Так, прячемся. Все. Нас нет. О, лестница. Ну, слава богу, есть что-то тут. А, чувак, наверное, парашютист, короче. Как приземление? Нормально? Ну, нифига себе он скинулся. Так, это опять эти призраки. Меня просто мутнеет. Мутнеет что-то в глазах даже. Давайте, нужно быстрее отсюда бежать. Выбор какой? У меня что, в канализацию лезть, что ли? Точнее, в какую канализацию? В отверстие, короче, для воздуха, да, или для чего? Фух, батарейку мы, значит, взяли. О, все, открытая штука. Опять куда-то мы упали. Ой, да мать твою! Чувак, да ты издеваешься, что ли? Так. Ага, все, мы тебя обманули. Бежим. Да ну нафиг. Чувак за нами бежит с пилой. Ну, блин, что может быть круче? Вообще, охереть. Так, все, типа, закрылись. Типа, он нас не видел. И музыка прекратилась. Все. Убежал, блин. Может быть, нам через него надо пробежать? Как вы думаете? Через этого чувачка м***чка. Окей. Кажется, мне этот м***к у меня сзади. Что-то мне очень сильно это подсказывает. Прям вот чую прям. Давай пропихивайся. Фух. Отключи тяга, чтобы получить доступ к шлюзовой камере. Так, отключить газ. Здравствуйте. Окей. Вы такой напряженный. Что нам сделать? Ну понятно, что Е-237 газ или там что. Как нам это исправить-то? Что там стучится, кто? А, это ты стучишься. Тебе дверь открышь? Ты забыл, как двери открывать или что? Чувак. Да. Проблемы у него, видать, с головой. Смотри, тут кнопочки, короче. Нам сюда.
наверное, да? Тут кнопка подсказка, типа, о, все правильно. Так, залазим. Я думаю, что мы на правильном пути. Меняем батарейку. Фух. А, ё-моё. Ну, может, сюда нам надо идти? Как вы думаете? Ого, ого. Да, нам нужно было сюда идти. Мы можем тут что-нибудь отключить, подключить? Пароль. Какой пароль? Я знаю там пароль, вижу ориентир. Я верю, что я спасу мир. А, блин, опять за нами этот чувак бежит. Как мне не нравится, когда за нами бежит чувак с пилой. Эй, эй, мы тебя обходим. Так. Давай, оба. Нифига себе, ушли просто. Кто тут профессионал? И я тут профессионал в убегании от чувачков с бензопилами. Фу, газовая комната. Подкрутим газа. Доберитесь до радио в тюрьме. И вы мне скажете, что нам нужно идти обратно? Я просто не помню, куда мне бежать надо. Не помню, куда бежать. Сюда, что ли, или куда? Давай. Внимание, внимание! Много взрывов и котят для привлечения внимания. Теперь к сути. YouTube очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, YouTube, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку. Сообщай мне обо всех новостях этого канала. Сделал? Четко. Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешуительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылка внизу. Всем пока!